Так, ну что, заворачиваем. Вот такие же сумасшедшие, как и мы, несутся. Юбка развивается. Чао! Котики. Доброе утро, котики. 1, 2, 3, 4, 5. Доброе утро всем, друзья. Мы направляемся, сейчас у нас 9 утра или уже 9:30? 9. Направляемся на пляжик. Наша доченька там уже с бабушкой пошла с самого утра. Они где-то 8, да, вышли? Да. Она такая счастливая, что с бабушкой хоть куда-то. Да? Лука спал еще, да? Да, Лука у нас недавно проснулся. Вот и мы позавтракали и идем. Не спеша, сегодня воскресенье. Чао! Чао, чао! Это наш друг. Журналы он продает. Еве всегда кричит... Ой, дорогу нам прибежит. Еве всегда кричит «Чао, Нонна! Чао, чао!» Да? У них шутки такие. Короче, у нас уже воскресенье, мы уже плавно готовимся к отъезду, потому что в среду самолет. Нам надо... Слушай, Игорь, мне не нравится, как мне в этой повязке. Че, красиво? Точно? Хочешь, я давай одену. И, в общем, нам надо сдавать тест во вторник. Ну, вроде здесь как без терминов. Пришел на вокзале, да? Антиген-тест вот этот вот. И да, плюс еще... Надо записываться, да? Да, не надо записываться. Там просто очередь на постоять будет. И надо будет еще сегодня купить билеты на аэропорт, на Ламецию отсюда. И билеты купить... Аккуратно, какашки. И билеты купить на... из Берлина в Ганновер, когда мы прилетаем. Тогда я не знаю, какой там запасик брать, чтобы у нас не было никаких задержек. То есть тоже так пару часиков, наверное. Чтобы не опоздали на наш поезд. И денежки тю-тю. Да не, потихоньку будем собираться. Ну да, вон, смотрите, мы спускаемся сейчас вниз, вон туда, к моречку, видно? Красивое море, класс. Сейчас еще кофейка. Да, сейчас зайдем кофе выпьем. Мы здесь отрываемся, сейчас вам расскажу. Здесь, ребят, цены смешные просто. Ой, кстати, знаете, я заметила, именно в магазине на продукты цены выше, чем в Германии, да? Если вот йогурт и все, молочка, там, мясо, даже рыба, все выше. А именно в кафе, чтобы позавтракать, покушать, выпить кофе, в разы дешевле просто. Кофе самый дорогой, капучино стоит евро 50 в кафе, в любом. Да? Даже в аэропорту, представляете? В Ганновере, я помню, когда мы вылетали пару лет назад, сюда летели, мы в Берлине сейчас не покупали кофе, тогда сколько стоило? 4 евро, да? 3,80. Ну, что-то около 4, и мы прилетаем в Ламецию, выходим в аэропорту, а там евро 50. Мы ха-ха-ха, давай кофе. В общем, смешные цены, я не знаю, почему у них такой недорогой. Ну, и все же итальяшки очень любят кофе, да? Мне, кстати, я здесь в Италии попробовала первый раз кофе. Вот это Мауро, да, называется? Мауро. Мауро. Очень вкусно, вообще супер. Нравится мне. Слушай, а наше кафе сегодня закрыто. Сегодня воскресенье. Сегодня же праздник. Ну, вечером, я думаю, будут работать кафешки. А это закрыто. Мы вот здесь видим, здесь столики как раз удобно очень. Пошли в Магензи еще заглянем, да? И пойдем к нашим девчонкам на пляж. Я шляпу не взяла, я не знаю, мне эта косынка вообще идет или не очень? Одела и выбежала. Магазинчики все закрыты. Все, у них сегодня, у итальянцев сегодня большой праздник. Большой, кстати. Мы у мамы точно узнаем, позже вам расскажем, какой. Если что, выжи на зуково. Иди, бать.
А у Киева любимое мороженое. Шоколад. Значит, тебе вкусно? Обожаешь, да, это мороженое? Что сам? Пошел сам? Пошел, как будто себе холодильник открыл, так он сказал. Там он уже знает, где брать. Да, возьми салфеточку, знаешь, пошел, знаешь. Вот это все его. Да, уже знает, где брать. Директор. Директор. А вот уже хочу. Тушенька, ну что, тебе с бабушкой весело на море? Да, почему так долго? Да ну недолго. Мы пока кофе выпили. Да, конечно. Позавтракали, пока Лука проснулся. Вот а вообще я уже домой захотела. Домой захотела? Да. Бабушка сказала, ну пойдем, а потом я перекрою. Да, то есть она перекрою. Чуть-чуть покупаемся и позагораем, да? Да. Водная полиция вот такая вот на мотоцикле, смотрите. Ей помахали, чао! Класс, сделали нам здесь волны зато, супер. Мы сейчас возвращаемся с пляжа, хочу вам показать вот такой вот у них красивый, это здесь в самом центре города театр. Вот афиша у них, кстати, вчера вот что-то было здесь. 14-17 августа. Правда, я не знаю, что это, кто это по-итальянски, не понимаю. Но вдруг кому-то интересно, кто-то понимает, вот такая афиша здесь. Бери, баста, хватит пива написано, вот. Хватит, бутылочки стоят. У нас сейчас будет праздничный обед, смотрите, какая обалденная паста. Болонезе с горошком вкусным. Объедение. Салатик, здесь нарезочка у нас. Мы с мамой будем вино. Чуть-чуть сейчас еще сладкой воды добавим газированной. Это красное вино у нас, каберне, да, савиньон такое. Вот, с водичкой разбавим, а у Игоря пиво. Вот, будем сейчас праздновать. Как праздник называется? Феррагосто. Феррагосто у нас, итальянское феррагосто. Девочка, какой ты будешь? У меня будет клубничная. С одной стороны клубничная. И второе нутелла. Вон нутелла, видишь, такая красивая. А я какой буду? А вон бергамот. Оно вкусное? Девочка, какой вкус возьмем? Клубничка. Я вон то буду. Вот это. Вон то. Какое? Вон то, вот это. Знаешь, я хочу, наверное, вот эту карамель попробовать. Вкусная, наверное, да? Так, уна какая-то мини. А, и я бронзата буду. Да, мини. Лукасик. А, Лукасику. Клубничка. Фрагола. Фрагола. È una coppa con bergamota. Смотрите, какое шикарное мороженое просто. Solo bergamota. Я хочу все сразу. Какое все разное взяли себе. У Евочки нутелла с клубничкой. У меня бергамота. У меня бергамота с, как она называется, с карамельным. В общем, с каким-то бронзатом. Бронзата. Да, у Игоря фисташки, шоколад. Вкусно? А у меня бергамота. Я ему не изменяю. Покажи. Покажи бергамота. Вкусненько. Я сейчас буду пробовать первый раз. А у Лукасика клубничка. Смотрите, сколько здесь народу. Очередь. Все ходят. Это да, мало еще. Мама, давай. Очень вкусное здесь мороженое, реально, не только во всей Реджо ди Калабрия, а и во всей Италии. Оно, кстати, занимает первые места постоянно в конкурсах всех. Очень реально вкусное, очень-очень-очень. Счастливый ребенок побежал. Ой, что сейчас будет, что сейчас будет? Мама, Лукаси будет здесь! Здесь? Ева может тоже здесь. Да? Это для деток? Вот где поменьше. Так, наш папа придумал сейчас нам поездку по набережной. А где водитель? Я? А, так мы сами едем. Сегодня. Сами? Конечно. Это сами? Круто! Мама, я буду сидеть.
Нам продезинфицировали наш транспорт полностью. Сейчас, сколько мы будем кататься? Полчаса. Полчаса сколько стоит? 12. 12 евро полчаса. На вот такой вот карете. Ой, Игорь. Да ладно, можете не кружить, я сам поеду. Так, ну что, мы выехали. Ева, помоги маме. Так, подождите, Нравится, девочки, вам? Ой, Кристиан все время мечтает покататься на этом велике. Так, хорошо. Романтика плюс спорт. Ой, Игорь, аккуратно. Ты так несешься, у меня платье расступается. Смотрите, море, людей куча еще загораются. Это где мы купаемся или дальше? Не, наш пляж дальше. Крутим педальки, крутим, крутим. Мороженое, все, уйди, уйди. О, еще одни едут на стойке. Да? Почему? Ну, вот такие же сумасшедшие, как и мы, несутся. Юбка развивается. У тебя тоже так? А? У тебя тоже так развивается? Да, я же тебе всегда говорю, у меня юбка развивается. Просто вообще. Это здесь, да, мы покупаем? Ой, аккуратно, яма, 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 Игорь. Так, а как? Отъезжаем, аккуратно. Ой. Так, девочки, все в порядке? Да. Смотри, людей еще полно. Да, очень много людей вечером. Да, ну давайте так спокойненько ехать, да? О, давайте туда пойдем. Как дела у вас? Хорошо. Нравится? А Лукаську нравится хоть? Лукаську тоже нравится. Он спокойный, серьезный парень такой. Всем привет! Меня зовут Ева Логер. Ой, как здесь тоже красиво. Здесь иногда концерты, да, проходят? Да, иногда, постоянно, все лето. Постоянно, все лето. Ой, скажи, камушки, Лука. Лодочка. Здесь когда-нибудь покупаемся. Да, здесь не купаются. Нет. Нет входа в море. Где? Вот это что, здесь тоже клуб? Да. Еще одна дискотека. Дискотека, бабушка. Иди. Ну я простёк. Это вкусно. Ты не можешь отстегнуться, ты что? Упадёшь. Не надо. Это. Какой классный у нас вечерний променад. Романтика, море. Я как будто на машине еду. Хорошо. Наша поездка закончилась, полчаса мы покатались. Эмоции просто супер, класс вообще. Ева говорит, я еще хочу еще, но педальки крутить, знаете, так нелегко. Мы сейчас, смотрите, на берегу моря. Вот здесь сейчас вам покажу. Такая вот опера. Здесь это делал какой-то знаменитый французский дизайнер. Вот здесь так красиво. По вечерам оно с подсветкой еще очень-очень классно смотрится. На праздники бывают, включают тоже разных цветов подсветка. Только оно сделано из такой, как железные такие квадратики. Смотрится прикольно. Вот так вот эта опера со стороны выглядит. И вот этот архитектор Эдуардо Тресольди. Я надеюсь, я правильно прочитала. На набережной сегодня очень много народу, все гуляют. У них у итальянцев праздник, сегодня Феррагоста называется. Это как бы церковный праздник, и плюс еще начало отпусков. Все едут к морю, все делают барбекю, в общем, итальяшки гуляют. Очень много сегодня закрытых кафе, магазинов, почти все. Кофейня вот открыта, мы здесь кофе пьем. Кстати, вы знаете, что в Италии, оказывается, заказывать капучино после обеда, во второй половине дня, это признак дурного тона. Вот. Но я маме говорю, мы же приезжие, мы туристы, поэтому нам можно. Потому что мы любим только капучино. Эспрессо, как мы, не пьем. Лука у нас книжник.
книжки рассматривать. Любит почитать, почитать, Паня. Ребят, посмотрите, 9 вечера, какой у нас классный ужин. Ужин называется «У мамы». Вот такая супер соляночка. Вкусно давай тебе, Лев, нравится? Давай, ёжечку, да. Сейчас спать. Покушаешь и спать, да? Ага. Класс. Ну, ёжечка чуть-чуть. Объединение. Девочка спит тоже, ребят. Я укладываю сейчас Луком. Буду заканчивать этот влог сегодняшний. Отдыхать. У нас осталось пару дней на море. Будем завтра. Хочу на пляж сходить еще, насладиться, понырять, в общем. Потому что поедем в Германию, там уже скоро осень. Лето уже заканчивается. В общем, ну мы хорошо провели здесь время, классно. Наскарались, накупались. Я купила уже билеты из Берлина в Ханновер. 74 евро стоит у нас всех. Ну, детям не надо. Вот. И что еще? За тесты завтра пойдем узнавать. Все, купим билеты как раз в аэропорт. Вот так вот. Ты спать хочешь? Хочешь спать? Нет? Завтра еще покушать корнетик с нутеллой, мой любименький, надо наесться перед отъездом, потому что они такие вкусные вообще. Его кусаешь, а там нутелла прям так аж выливается, вообще такие насыщенные, просто обалденные. И стоит тоже недорого в кафе, что там 90 центов, это вообще недорого. Вот, ладно, буду заканчивать влог, всем спокойной ночи. И... Пока-пока. Пока.